Я был всегда сторонник нахождения какого-то правильного компромисса между армянами и азербайджанцами, поскольку соседи, и вообще надо налаживать такую жизнь, в которой, как говорится, и тот, и другой народ мог бы получать взаимные, как говорится, выгоды от сотрудничества, и эта война. С одной стороны, вроде бы это возможно. Вроде бы это возможно, тем более прямо скажем, что Алиев продемонстрировал себя как, надо сказать, очень сильный лидер и умный лидер. За ним стоит тоже лидер, не глупый, я имею в виду Эрдогана. В принципе, на мой взгляд, им не очень выгодно представать в роли гонителей армян вот в этой ситуации. Вот на мой взгляд.